Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно сделайте это. Из названия видео вы уже догадались, что сегодня я вам покажу именно кормление рыб-драконов. Полиптерус в поисках еды. Тому, кто еще не знает, скажу, тему для этого видео наши зрители выбрали сами. Примите и вы участие в голосовании следующего видео в нашей группе ВКонтакте. Ссылку на нашу группу вы можете найти под этим видео. Почему именно в поисках еды? Все дело в том, что полиптерусы обладают отличными, огромными ноздрями и ужасным зрением. Поиск еды по запаху порой целая проблема. В этом видео мы кормим драконов частичками мелкой рыбы. Но так как рыба свежая, полиптерусам найти ее удается не сразу. В общем, предлагаю понаблюдать за трапезой, без лишних слов и под хорошую музыку. На этом я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.